Привет всем добрым людям, с вами Елена на своем канале «Мой сад. Воплощение мечты» совместно с садовой лавкой, садовой мастерской Kew Garden. У нас чудесная новость, я уже объявляла ее, у нас совместный заказ на железные цветочки. Не только цветочки, там декор, но в основном цветочки. И вот сегодня я хочу показать один из лотов этого совместного заказа в своем саду. На самом деле я уже показывала его, и это, в общем-то, несколько позиций, которые мои любимчики, скажем так, которые я настояла, чтобы они вошли в этот совместный заказ, несмотря на то, что это, в общем-то, уже не новинки. Это наши бестселлеры, которые мы с удовольствием предоставляем, которые украшают уже многие сады. И один из таких вариантов... Один из таких вариантов – это папоротник. Почему я брожу вокруг вот этой вот голой земли? Здесь у меня образовалась вот такая вот, можно сказать, пустая, да, вот площадочка такая. И у меня были очень амбициозные планы на это место. Но пока я немножко не в ресурсе, скажем так, осуществить этот план. Но пустовать место, свято место пусто не бывает, да? Оно не должно пустовать. Поэтому я решила украсить его по-другому. То есть тоже сделать красивенько, но по-другому. И я хочу здесь сделать такую клумбу из наших железных цветов. И один из таких вариантов, как раз вот тот самый бестселлер, который мы выпустили прошлой зимой, это наши папоротники универсальные. И я вот сюда сейчас хочу поставить эти папоротники, чтобы здесь местечко у меня не пустовало. Так, у меня есть с прошлой зимы 5 папоротников. И я сейчас их здесь поставлю, прямо на ваших глазах. Они легко втыкаются на разную глубину. Их можно слегка подогнуть так, как вам хочется. Да? Слегка так уперевшись, видите, как я это делаю? Уперевшись в одно из... Уперевшись, можно чуть-чуть их выгнуть. Но сильно не увлекайтесь, чтобы не было такого надлома. Надлом нам не нужен нигде. Ни в папоротниках, нигде, ни в жизни. Поэтому чуть-чуть можно подогнуть, вот, и будет все хорошо. Такие папоротники, повторюсь, стояли у меня зимой в саду. И на один из них я вешала красный шарик. Это было очень мило. Мне очень понравилось, как это смотрелось зимой. Так что это вполне себе зимний декор. Не только летние, не только межсезонье, зимой все наши изделия, те, которые видны из-под снега, все прекрасно смотрятся. А уж когда вот это вот заиндивеет, заморозки первые, это вообще красота, красота. Так что, друзья мои, заказывайте. Еще такие папоротники я снимала в саду у Александра Высоконова. У него есть такой уголочек в саду, где растут папоротники как раз. И вот туда он поставил и наши железные тоже. И это было очень и очень хорошо. Мне очень понравился этот вариант. Среди папоротников наши папоротники. Прекрасно. Кстати, в этом совместном заказе есть и другие папоротники. Силуэты есть папоротники разных размеров. Вот. Вот такая вот история. Участвуйте в нашем совместном заказе. Специально для вас выпросила у Максима, чтобы мы поставили вот этот папоротник в этот совместный заказ, чтобы тот, кто не успел заказать в прошлый раз, когда была скидка, мог сейчас воспользоваться этим предложением. Ну и другие лоты тоже очень интересны. Кстати, почему этот папоротник называется универсал? Потому что вот эти вот колечки – это не только декор. Они как зачатки листочков, да, то есть дополнительное такое украшение. Но и к ним можно что-нибудь привязать. То есть он, такой папоротник может служить опорой для чего-либо. На разную глубину можно втыкать, и для разных растений может быть такая опора. И их эти папоротники можно, минимум 4 нужно взять, и можно сложить в такой в разборный обелиск. Зимой вам тоже показывала, хотела использовать, но не успела. Возможно, буду использовать, если хорошо перезимует, на своем пьере в следующем году. Попробую поставить. Ну, посмотрим, до весны еще надо дожить. А сейчас красота в саду,
мне обеспечено. Что-нибудь повешу обязательно. Я даже знаю, что этому будет посвящено один из роликов. Есть у меня что сюда повесить. И не только новогодние шарики. Можно, в общем-то, проявить фантазию. Я ее проявила. И в одном из следующих видео вам покажу. Ну что ж, повторюсь. Участвуйте в совместном заказе от Kew Garden до 1 ноября. Сбор заказов у нас на декорчик. Все. Выращивайте сады, выращивайте цветы. Хоть железные, хоть настоящие. И будьте счастливы. Все, ваша Елена и садовая лавка Kew Garden. Пока-пока.